Учитывая весьма напряженную экономическую ситуацию в нашей стране, когда представители совершенно разных профессий уже не видят иного выхода достучаться до правительства, кроме забастовки, вопрос рабочих мест с достойной оплатой довольно остро стоит на повестке дня. Впрочем, неделя предпринимательства не только ставит целью рассказать о плюсах занятия бизнесом, но и пытается выяснить, что мешает начинающим предпринимателям воплощать свои идеи в жизнь. Но если мы посмотрим на то, что говорят те люди, которые уже занимаются предпринимательством, то ничего не мешает, просто бери и делай. А если мы посмотрим на тех людей, кто предпринимательством еще не занимается, то понятно, причин может быть очень много и самых разных, но в конечном итоге все сводится к тому, что человек просто-напросто внутренне не решается сделать этот шаг. И для того, чтобы эту проблему решить, ну, решить настолько, насколько возможно решить, и настолько, насколько разумно решать, проводится, на самом деле, достаточно большая работа, и неделя предпринимательства – это вот одна из, это вот как раз часть этой самой работы. Конечно же, есть и позитивные примеры тех, кто сумел найти себя в предпринимательстве, несмотря на все сложности. Как уверяют те, кто побывал в печальном статусе безработного и прошел через все препятствия на пути к своей заветной цели, главное – это желание действовать. Элла Григорьева, благодаря своей активности и умению видеть цель, после потери работы смогла добиться своего и сама организовала курсы по обучению предпринимательству. Я считаю, в первую очередь нужно двигаться, не слушать от кого-то какую-то информацию, ходить вот в Тетю Кассу, они проводят очень хорошие лекции, консультируют, кто желает заняться бизнесом. Потом департамент предпринимательства от Гуру Права, они тоже дают свои консультации. Наверное, просто надо встать диваном и пойти получить информацию уже от определенных инстанций. В общей сложности по всей стране состоится более 200 семинаров, мастерских, дней открытых дверей и экскурсий на предприятия. Например, сегодня в Тарту неделя предпринимательства открылась дискуссией под названием «Предприниматель как создатель рабочих мест». Пиарно отметился экономическим форумом, где были представлены доклады Банка Эстонии и Фонда развития. А первым мероприятием Нарвской недели стал семинар «Малое предпринимательство. Основа эстонской экономики». Завтра к Дням предпринимательства присоединится также и столица. 3 октября в Малом зале кукольного театра пройдет молодежный день предпринимательства, посвященный актуальным для молодежи и начинающих предпринимателей темам. Кроме того, в этот день будут вручены награды за предпринимательство в 6 категориях. Кстати, сегодня Эстонию посетила и делегация Организации экономического сотрудничества и развития во главе с ее генеральным секретарем. В ходе визита был представлен рапорт о ситуации в Эстонии. А также состоялась встреча с премьер-министром, министрами финансов и социальных дел, а также президентом Банка Эстонии. Можно сказать, что этот официальный визит и стал своеобразным стартом недели предпринимательства. Так что она началась на самом, что ни на есть, высшем уровне. Павел Озеров, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.